Анонс 1 по 16 серии сериала «Русалки». Загадочные события происходят в небольшом приморском городе. Размеренную жизнь провинциального города потрясает страшная новость. Найдено тело 32-летней женщины. Есть подозрение, что погибшая – сестра-близнец следователя местного ОВД Риты Тихоновой. Пропавшая 14 лет назад. Начинается расследование, в ходе которого Рита сталкивается с весьма странными обстоятельствами и понимает, что ее окружение хранит страшные тайны, а родные и друзья не те, за кого себя выдают. Рита работает следователем и вместе с новым напарником Матвеем Кожуховым хочет распутать клубок семейных тайн, догадываясь, что все совсем не так оказалось. Однако официальное расследование поручают следователю Ольге Беловой, которая находит другие зацепки в этом деле. Внезапно пропадает и дочь Риты, 7-летняя Юля, и трагическая семейная история все больше наполняется необъяснимыми мистическими деталями. Посмотреть первую серию сериала «Русалки» вы сможете уже 10 сентября.